Еще раз всем привет. Это Буйкан и улица Гивачело, 29, куда я вызывал полицию. И вот подъехал экипаж полиции через 15 минут после вызова на этих двух неадекватов. Давай, проезжай. На этих двух неадекватов, которые припарковались на пешеходных переходах. Один прямо объехал по прямой траектории через пешеходный переход. Вот человеку куда надо идти? В машину, что ли? Это Q5. Тем более машина у нас ударена. Она уже была в ДТП. То есть человек урок не усвоил. Добрый день. Да, я в этой, это нормал. Йомфакут, кемария, кавутаскум. Супуска бадараништи. У интрат. Ну и вот смотрите, как у нас неудобно женщине с ребенком проходить, потому что у нас есть вот такие вот неадекваты. Еще раз говорю, данная Audi уже была в ДТП. Я это, на это не обратил внимания, потому что я с этой стороны не заходил. Человек урок не усвоил. Но хоть зеркало подогнул, чтобы люди могли ходить, но зато въехал по прямой. Сотрудники полиции делают протокол. Если не найдут автовладельца, то машина будет эвакуирована. Вот так же, видите, идет женщина. Как вот здесь надо маневрировать, непонятно как, из-за таких вот неадекватов. Но есть там дальше парковки, ищите, паркуйтесь, в чем проблема? Нет, надо встать, вот перекрыть пешеходный переход с двух сторон. Просто жестяк. Но полиции респект. Экипаж 9918 приехали быстро. Да, сгасит водитель. А, Сапрок, Шеуна Шадор. А, ясно. Ясно. Ну, нормал. Если он трат вообще по прямой пентречере, что идя муйра, ДТП, требуется шти регули черкуласы, кну и фрумоса. Да пати, ну, алпчине варто. Ну, пати, ел пищен варто. Да пати, ел пищен. Реги, да копаркали регламентате, мал фасы, виноват, что на чиденце. Ну, пати, чине варто. Уамень аша, ну, респект, регули черкуласы. Якташа вамин, ну респект. Кари паркес, дрепт пентречер, пенти тони, интер, ши, ну респект. Ни ш вамин, ни ш алсей. Воу респект, ши озебуны. Как сказал сотрудник полиции, двух автовладельцев нашли. И автовладельца Рено, и автовладельца Ауди. Походу жильцы данного дома или другого дома, я не знаю. Вот такие вот дела. Многоуважаемые автовладельцы, не паркуйтесь как автолоси на пешеходных переходах. Не создавайте помехи пешеходам, потому что пешеходы это люди, и они имеют приоритет в данной зоне. Но никак не вы автовладельцы. То есть автолоси, по-другому их не назовешь. Вот автовладельцу интересно, что же здесь происходит. Остановился, посматривал. Вот такие вот дела. Ну что ж, всем хорошего дня. Данный экипаж уже бывал у меня, вот видите, как пешеходам создаются неудобства. Говорят, мы никому не мешаем. Ну, совсем никому мы не мешаем. Мы только припарковались на пешеходном переходе. Всем хорошего выходного. Вот еще, видите, как пешеходы обходят данные корыта. Такая вот проблема. Но мы идем дальше по своим делам.